В этом году у внедорожного пушкинского клуба «Кабан-4х4» юбилей. Кабанчикам исполняется 5 лет. И чтобы отметить такую дату, клуб организовал юбилейную гонку «Кабанья тропа-2016». В субботу, 21 мая, состоялся первый этап Кубка главы Пушкинского района по внедорожному автомотоспорту. У народа хорошее настроение, погода сегодня нас не подвела. Первый этап проведем за ближайшие 2 дня. Еще будет 3 этапа, 2 осенью, 1 зимой. И зимой будем вручать кубок главы победителю. Около 120 участников приехали на гонку в деревню Метрополе. Организаторы позаботились о том, чтобы не мешать жителям, и развернули колонки в сторону леса. И весь лагерь расположился подальше от домов. Мероприятие организовано с поддержкой администрации Пушкинского муниципального района, поэтому движение согласовано, и безопасность как участников, так и природы обеспечена. Если вы обратите внимание, то в лагере гонки нет ни одного мусорного контейнера. Нам удалось достучаться до наших участников. Каждый участник увозит с собой весь привезенный мусор и выкидывает у себя по месту жительства. Таким образом, мы решаем вопрос замусоривания территорий и вывоза. То есть после наших соревнований, бывают люди, которые что-то не услышали, но их крайне мало. В основном все 99,9% увозят мусор с собой. Трасса, по которой поедут все участники, затрагивает территорию Ильдигина, Софрина и Семеновская. Все движение будет проходить в лесу по квартальным просекам, так что вред природе будет наноситься по минимуму. Участник должен проехать все точки и сфотографироваться. Тот, кто сделает все это быстрее остальных, и станет победителем гонки. Среди приехавших есть те, кто впервые принимает участие в Кабаньей тропе. На этом мероприятии первый раз. Интересно, очень здорово организовано. Разные точки есть, где попутешествовать, есть где покупаться, есть где полебедиться. Все присутствует, здорово. Большинство же уже не раз гоняли по грязи на внедорожниках с клубом «Кабан-4х4». Участвуем на кабанах не в первый раз. В этом году дебютировали на свежепостроенной машине. По сути, обкатывали ее. Понимали, где наши недочеты, что еще предстоит доработать по ней. Трасса отличная, организация нам понравилась. Мы еще обязательно приедем. Грязи много, воды... Вначале было много, но потом как-то поменьше. Хотелось бы побольше, да, не особо сложно. Было воды побольше. Мы любим плавать. И ковры, хочется ковров. Ковров тут нету, но глина качественная. Походу, эта глина забила нам все, что можно. Мы успели погрузить рулевую тягу, где-то там починиться. В общем, сегодня день был насыщенный. Но вроде все собрали, не знаю. Очень интересно покатались. Трасса классная. Весело. Весело, жестко. Грязно. Грязно. Юбилейная гонка прошла очень весело, с большим количеством впечатлений и адреналина. Даже грязь никого не смутила. Впереди у участников еще 3 этапа соревнований, которые пройдут осенью и зимой. Свое 5-летие внедорожный клуб отметил как надо. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, телеканал «Твой».